Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, сегодня у нас GTA 5 RP, Grand Role Play, дружище, на этом я проекте играю, мне вполне нравится, если хочешь присоединиться ко мне, то, пожалуйста, по ссылочке в описании зарегистрируйся, там есть инструкция, как установить, как играть, выбираешь первый сервер, ищешь меня, помогу, чем смогу, семью приму, семья называется Vendetta, друзья, ну, если вдруг кто-то ищет активную семью, мы сейчас активно набираем народ и херачим на все события. Вот этот вот домик, ребят, сейчас он показывается как 96-й, но бывает иногда меняется. Сюда приезжаете, короче, и договариваетесь по поводу вступления, и, к примеру, берете, сейчас я вам скажу, дом 732-й, но это если через телефон в навигаторе набивать. Вот такие вот дела. Ох ты, нифига себе, у нас раз машина на штрафстоянке. Два машины на штрафстоянке. Замечательно. Замечательно. Вы спросите, что я здесь делаю? Слушай, видон какой офигительный, да? Классный. Я просто заглушил все рации. Ребят, я заглушил все рации и решил немножечко, знаешь, немножечко спрятаться от этой суеты. Потому что суета какая-то постоянно происходит. Кто-то что-то от меня постоянно хочет. И мне хотелось бы спрятаться, ребят. Мне хотелось бы спрятаться, чтобы сделать одно, скажем так, таинство. Таинство, потому что сегодня мы будем, ребята, выбивать... Что мы будем выбивать, а? 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 Что мы будем выбивать? Феррари, F8, елки-палки, снова эти проклятые несчастные билетики. Вот, с них сегодня... Какой вид, твою ж дивизию. С них, короче, мы сегодня и начнем, ими мы и закончим. Надеюсь, это видео будет немножечко... Немножечко покороче. В комментариях можете не писать по поводу того, что у меня там какой-то non-RP драйв. Я специально взял Sun King. Просто идите все нафиг. Так, кстати, как вы думаете? Смотрите, дешево и сердито. Форма для семьи. А? Как вам такое? А, просто все дешмановское, масочка дешмановская, но зато как бы весело. Короче, ну, нам нужно соблюсти некое таинство. Потому мы раздеваемся до трусов. Даже маску никакую одевать не будем. Берем. У нас есть тут столик лотерейный. Вот он. Вы должны заключить контракт с магазином 24/7. Твою мать! Так, ребята, слетал я в магазин, заключил контракт, но если вы сейчас будете наблюдать за Sun King'ом, то вы поймете, что как бы не самым удачным образом я съездил, ну, куда-то вот в ту сторону, короче, ехал, друзья, куда-то ехал в ту сторону, но не суть. Еще раз, попытка номер два. Ставим 100. Grand Lottery, смотри, никаким образом я не могу это все убрать. Ну ладно, нормально. Вид у нас открывается, я считаю, что замечательный. Ставим, поставили, у нас все хорошо, и как бы смотрим сюда, да? А, вот, у нас 5000 рублей, как бы вы знаете, уже 20 тысяч вложено в эти гребаные билеты. И Юре уж прям очень захотелось Мэджику, чтобы у нас была в семье Феррари F8. А, и он докинул еще пятерку, чтобы я, грубо говоря, добил эти билеты, наконец-то забрал. Вот ему не терпится, да? Как бы можно было все позже сделать, но вот захотелось человеку. Так что, как бы, ладно. Смотрите, еще прикол. Обменяю дом с садом на 5 гаражных мест на автомобиль Ferrari F8. Блять, дружище, ты не охуел ли случаем, а? Ты реально не охуел ли? А вы лайки поставьте, пожалуйста. Вы не охуели там, смотрите, лайки не ставите. Ребятушки, ну вы чё? Ну вы чё? Так, смотри. Открыть лавку. Покупаем билеты. Да. Нам, видишь, нам еще, грубо говоря, 17 попыток, да, и мы получим гарантированный приз. На эти простые, ну, лотерейные билеты, там уже сделали, как бы, пофиксили. Там теперь А8 не со 100 билетов падает гарантированно, а, грубо говоря, только с... Со скольки? Со 150. Ой, слушай, пока что все вкусно. А, нет, маска. Маска, ладно. Я, конечно, ну, я не надеюсь, конечно, знаешь, получить, выиграть еще до гарантированной Феррари. Я не надеюсь взять и выиграть машину. Да, но очень бы хотелось бы, понимаете? Очень бы хотелось бы. Блин, хотел короткое видео, а получилось, как всегда. Ну, ладно. Что-то все равно как-то долго все это получается. Долго я собирался, пока я там... Ох ты, елки-палки. Жена звонит или звонит? Как правильно, а?
Извиняюсь, не дают. Понимаете, я ушел в себя в игре, а в реальной жизни уйти не могу. Продолжаем, дамы и господа. И здесь мы можем заметить, что нам выпадут или деньги. Ну да, или маска. Окей, еще раз. А, ну должно же мне повезти, а? Да, люди, вот у меня сейчас в семье, там парень с двух билетов, ну этих за 10 тысяч, взял и выиграл Гранд Чироки. Вот мне хотелось бы, кстати говоря, Гранд Чироки получить. А мы получаем маски, которые нахер никому не нужны. Ну вот, самое печальное. Сегодня уже продавал по 30 тысяч, по 25, по 30 тысяч. Ну, процентов 5 я, грубо говоря, смог продать. Ну ладно, хотя бы деньги падают, это уже хорошо. Ну а как вы видите, никакого намека на машины нету, да? Вот, так. Маски. Маски, маски! Маски, одни маски! Еще. О-о-о, ну конечно. А, ну... Ну, не выпадут же неонки, да? Надо, чтобы маска выпала. Ну, куда уж, да? Сейчас кому-то вообще падали неонки, ребят? Скажите, пожалуйста. Вот смотри, вот троллит меня рандом, да? Троллит такой. О, неоночки! Неоночки! А хер тебе, да? Хер тебе, а не неоночки. Грубо говоря, еще сколько там? 8 попыток осталось. Ну, чуть больше. Потому что там вроде на сколько? На 20 попыток кидал Алонсо. Точнее, не Алонсо, для вас-то не Алонсо. Тут как бы под фамилией Алонсо ходят на этом проекте совершенно другие люди. Вот, короче, нет, не вдупляйтесь в подробности, я сам с собой разговариваю. Я просто как бы, я понимаю, я сейчас пытаюсь не бомбить. Я получаю эти гребаные маски, которые, ну, мне по факту некуда складывать. Вот, ну, хотя бы деньги. Хотя бы деньги. Ну почему вот мне не может взять выпасть какая-то машина? Какая-нибудь ламба. У нас в семье нету ни одной ламбы. Ну нет, конечно, не выпадет. Даже самая сраная. Ну не падает. Не, хорошо, тогда хотя бы Rolls-Royce выпал. Хотя бы. Я уже благодарен рандому. То есть... Ну вот деньги хотя бы. Опа! Вы выиграли уникальный транспорт. То есть, все, у нас Ferrari F8 есть. У нас есть, грубо говоря, три попытки открыть билет. Самые решающие. Самые решающие. Уёб твою! Жареной курицей запахло! Ну, конечно же. Конечно же, сука, маска! Конечно же, сука, маска! Потому что мне падает только гарантированная. Я тут, ребят, послушаешь, одному там ламба упала, другому еще что-то, смотри, да? Вот, а тут бац, вот это я тут открываю, а тут маска. И тут маска, и тут маска. А я как этот, как лох, я не знаю, просто, смотри. У вас недостаточно доната, все послан. Просто мы реально взяли, забрали, грубо говоря, этот, сами знаете, что, как ее... Ferrari F8. Сейчас мы на нее посмотрим. Ну, давай 10 билетов куплю. Чтобы как-то... Подожди. А, они у меня здесь, да? Давай. Использовать. Машинки, машинки. Давай, давай, давай. Мне вот Гранд Чироки сейчас, ну, не выпадет. Ну, что мне там пришло? А фиг его знает. Я уже даже, ну, не обращаю внимания. Раньше я такой увидел машину, такой, вау, радости полные штаны, да? Сейчас вообще, похеру. Типа, плевать вообще. Хочу Гранд Чироки. Такой, похеру. Ну, эти маски уже выбрасывать сейчас скоро буду, я не знаю. Хотя бы сраный Урус выпал бы, а? А, стой, ну что мне покупать? Вот сейчас человек за два билета себе... Вот это, ну, как бы, ничего не подкручено, люди выигрывают. Причем многим прет. Но мне, просто при том, что я уже открыл, вот смотрите, это уже 135 билетов здесь открыто. 135 билетов, мне вот отсюда падала только гарантийка, и все. Даже сраный третий портфель не падал, понимаете?
Даже сраный третий портфель. Да, ребята, хотите обзор F8? Приходите сегодня вечером на стрим по GTA 5 RP. Вот. Ай, так. Ладно, все, джокерный билет последний. Смотри, вот просто один билет покупаю. Последний джокерный билет. Давай, и... Так, ребятушки, ребятушки. Все, забрал машину. Она еще без номеров. Ну, она похожа как бы... Ну, все Феррари на друг друга похожи. Но она похожа как бы на 458-ю. Но попка другая. Короче, ребят, сегодня приходите на стрим. Будем ее тестить. Будем ее тюнить. Слушай, ну... О, как бы, блин, прорисована она, конечно. Мое почтение. Ну-ка, подожди. Просто... А, я ее уже захерачил. Но она очень похожа. Очень похожа. Если она сейчас еще без номеров. Посмотреть информацию. 5500, господи, сколько будет стоить ее тюнить? Жестко. А, так. Саня, я тоже покататься хочу, я за ней еду. Можно же поосторожнее? Саня, да, катнем? Ну, не знаю, как бы управляется она точно хуже, чем F8. Фута F458. Точно хуже управляется. Выглядит, возможно, даже, мне кажется, мне больше нравится. Но это уже будем смотреть вечером. Ну, как бы уже тут в городе 300, но сегодня Юра... Юра, Magic, он же Magic, он же Гога, он закатывал сегодня против такой, он ездил на нашей 458, а ехал против стоковой F8. Вот, наша прокачана только на один уровень тюнинг. Это была стоковая. Вот, и он выиграл. Ну, сейчас глянем, я не знаю, ну, пока что первое впечатление, что она похуже. Хотя сейчас объективно сравнивать трудно, потому что все-таки там хоть какая-то прокачка есть, но в целом, мне кажется, управляется она хуже. Это реально будет тупо, если более дорогая Феррари будет ехать хуже, чем та дешевая. Ну, то есть, смотри, ну он с горочки, то есть он в стоке, то есть в стоке Феррари едет хуже, чем какой-то сраный Jeep Grand Cherokee, понимаете? Гранд Чероки уже там, у кого 350, у кого 370, у кого-то даже 400, я слышал слухи, что в стоке машина идет. У меня тут, грубо говоря, 300. Ну-ка, и давай пройдем этот поворот. Ой, как она тяжело входит, но она входит. Но она входит, но что-то мне кажется, это не то, что на 458, но выглядит круче. Короче, ребят, приходите на стрим. Ну, тормоза хорошие. Салон добротный. А на этом я буду с вами прощаться. Вам пожелаю огромнейшей удачи. Жду вас всех на стриме. Будем ее перекрашивать. Будем делать какой-то тюнинг и сравнивать 458-ю против, скажем так, F8. Всем пока и удачи.